Привет, друзья, дорогие партнеры, подписчики, будущие партнеры. С вами снова Владимир Глазенко, это канал «Фабрика каркасов». И я как раз стою перед роликом, ищу, перебираю комментарии, потому что, помню, такой комментарий был, но не могу его найти. Если, возможно, к концу этого видео я его найду, я его оставлю. Суть была такая, что спрашивали на основе хейта прям, там, типа, вы строите там на юге, сидите в Краснодаре, там, в теплых регионах, по Крыму, понятно, строите. А что вы скажете про холодные регионы, какой-нибудь Тюмень, Иркутск, да? И вот, собственно, вот я искал этот комментарий, где был прям написан Тюмень, но пока не могу найти. Но к черту комментарий. Зачем комментарий, когда можно показать объект? Единственное того, из-за спешности ваших комментариев, чтобы не затягивать время, а побыстрее ответить на этот вопрос, я решил снять ролик, но не лично присутствую на этом объекте в Тюмени, да, а пока хотя бы связаться по скайпу и познакомить вас с нашим партнером, с представителем технологии ЛСТК «Фабрика каркасов Донстрой Технологий» Сергеем. Поэтому мы сейчас наберем скайп, пообщаемся. Если вкратце, Сергей изъявил желание работать с нами, приехал на объект и познакомился, заказал проекты. Сейчас полноценно идет строительство частного одноэтажного дома с утеплением именно монолитным пенобетоном, и там внешнее утепление сделано еще полтинник, ну, так как мы и говорим, да, 50 мм. Поэтому давайте сейчас Сергея наберем, познакомимся, пообщаемся и обязательно, я думаю, еще 2-3 серии на простройку в Тюмени мы обязательно снимем. Я очень хочу, чтобы вы разобрались и поняли, что технология ЛСТК и пенобетон не ограничена территориально и не ограничена климатом. Строить можно абсолютно в любой точке мира. Поехали звонить. Или пойдем. Нет, давай, пойдем звонить. Сергей, приветствую. Я уже вкратце рассказал нашим подписчикам, что... Мы начали благодаря сотрудничеству с тобой работать в Тюмени. И немаловажно сказать, что работа уже велась до этого. То есть были объекты на Дальнем Востоке. Сейчас идут строительство объектов в Иркутске. Но Тюмень это такой отдельный. То есть если в Иркутске это там массовая застройка, а в Тюмени такой частный девелоперский проект. И мне приятно, что ты обратил внимание именно на нашу компанию, на технологию ЛСТК и пенобетон. Я вижу, какими темпами идет стройка, это классно. Я скажу, что для человека, который раньше, в принципе, с технологией ЛСТК особенно не сталкивался в плане с пенобетоном, но работал в стройке, все равно у тебя прям ну, хорошие такие качественные темпы, как профессионального представителя, который уже неоднократно работал с этой технологией. Я бы хотел тебя познакомить с нашей аудиторией, потому что очень много заявок идет именно с региона, именно как раз-таки с Тюмени, чтобы они уже как бы видели тебя лицом в лицо. Мы обещаем сразу, что как только ты закончишь стройку, мы приедем полноценно, снимем обзор этого домика и поговорим уже воочию. Но пока таким кратким экскурсом по скайпу вот предлагаю пробежаться. Я прошу тебя чуть-чуть рассказать о себе, как вообще, ну, именно твой жизненный опыт связан с технологией ЛСТК. Ну, то есть в двух словах, чем ты занимаешься, может, занимался до этого и как пришел к технологии ЛСТК. Ну, во-первых, очень рад знакомству со всей аудиторией, кому интересно ЛСТК, пенобетон, строительство, гражданское строительство. Всех приветствую. Вот. Вкратце, конечно, о себе и о своей предыдущей строительной деятельности рассказывать могу очень долго, в двух словах не получится. Вот. Но, тем не менее, занимаюсь уже 12 лет строительством, непосредственно строили... И занимались только строительством промышленным, то есть склады, производственные цеха, магазины. Вот. И в прошлом году возникла очень хорошая идея развивать гражданское строительство, в том числе и коттеджи, гостиницы. Вот. Для этого вида строительства не очень подходят черные конструкции ЛМК. Сильно проблематично с ними работать и... Решили развивать тему именно ЛСТК направления. То есть и нашли именно то направление, которое позволяет строить и развиваться в гражданском строительстве. Познакомился, значит, я с ЛСТК довольно-таки давно тоже, но все никак не решались начать работу. Вот. И в прошлом году на выставке Мосбилд, если не ошибаюсь, я присутствовал. И там, помимо того, что я хотел познакомиться более детально с ЛСТК, также я и заинтересовала тема именно по пенобетону. Познакомились на Мосбилде с технологией, после чего начали искать партнеров. Вышел на Владимира. С Владимиром познакомились, встретились. Присутствовал я на вашем строительстве на побережье Черного моря. Да, все очень понравилось. И решили заняться именно этим направлением.
Ребята, это тот самый пример, когда, прости, что перебил тебя, Сергей, это тот самый пример, когда партнеры, когда действительно хотят работать, то есть это не только на примере Сергея, на примере других партнеров, которые с нами взаимодействуют, вот как только появилось желание сотрудничать, люди не задают вопросов даже лишних по телефону, они просто берут и приезжают на наши объекты, мы общаемся, обсуждаем какие-то моменты, отвечаем на вопросы, ну и, как говорится, сразу понятен настрой наш, настрой партнера, и вот дальше уже хочется работать. И когда вы пытаетесь мучить нас по телефону и выпытывать все секреты, ну, как бы это тяжело, поэтому есть желание сотрудничать и работать, прилетайте на объекты, на месте будем знакомиться и все обсуждать. Ну, извини, это воспользовался рекламной паузой, потому что ты сделал именно все, как и правильно и надо было сделать, как полагается нашим партнерам. То есть ты, я помню просто разговор, ты коротко, ты долго мне не мучил, там написал, по-моему, в Инстаграме, мы с тобой переговорили, и буквально там в короткое время ты говоришь, я уже прилетаю. И мне такое ощущение было, что ты где-то вообще здесь в Краснодаре живешь, но как-то быстро прилетел. Помучил меня там вопросами на объектах, это я тоже помню, и это нормально. И потом вот буквально там с интервалом, наверное, там в полтора месяца, да, там пока вопросы там решал, какие-то объекты свои сдавал, вышел уже сразу с проектом, давайте делать. Причем я вот сейчас вспоминаю, проект архитектура была твоя готовая или мы ее делали? Сейчас вспомнить не могу. Что-то мы помню. Наши архитекторы полностью подготовили проект данного дома. И вы разработали уже полностью каркас. Угу, все, вспомнил, да. Вот, мы вносили, конечно, там некоторые корректировки. Ну, там были варианты. Это же этот проект, где мы думали в пространстве кровельном сделать маленький второй свет? Или это другой второй проект? Мы два проекта, да, по-моему, обговаривали. Да, но немножко мы потом упростили. Корректировали, да. Это выставочный образец и первый опыт, скажем так, ЛСТК плюс пенобетон. Мы пока не стали сильно мудрить ни с архитектурой, ни с какими-то техническими решениями. Чем проще, тем лучше и тем будет понятнее для нас сейчас весь процесс. И более контролируемый. Здесь тоже, ребят, ну вам, подписчики, хотел бы объяснить, прокомментировать. То есть одно из самых основных требований в сотрудничестве с нашими партнерами, этого интересно будет не только подписчикам, ну и партнерам, в том числе и заказчикам, которые смотрят наши видео. Здесь очень важно, чтобы наши партнеры именно делали демонстрационные объекты, которые они сами пощупали, сами построили. Они честно и откровенно могут делиться своим отзывом, у них есть опыт. То есть очень тяжело рассказывать о том, чего ты сам не щупал и не пробовал. Поэтому одно из самых главных требований – это иметь построенный по технологии демонстрационный объект на той территории, которую наш представитель хочет, ну, партнер, который хочет представлять. И это правильное, опять же, решение, как говорится, выработанное уже опытом и кровью нашей, потому что невозможно, еще раз повторюсь, что-то продавать или показывать, просто рассказывая на словах и размахивая руками. Надо щупать, надо стучать, надо говорить, это вам не каркасник, только так это может работать. Вот, собственно, Сергей по этому пути и пошел, и я помню эту фразу, когда я спросил, там, какая задача, он так и сказал, я хочу сам сначала попробовать, чтобы потом я мог это продавать. То есть ты пришел и сам это прекрасно понимал, мне не надо было ничего там тебе доказывать даже, это я точно помню. Поэтому тебе спасибо за правильный, адекватный подход. Я бы желал, чтобы все в России, именно те, кто занимается бизнесом, работали по такому принципу. Сначала на себе проверили, а потом дальше пошли. Потому что очень часто встречаешь представителей, которые что-то предлагают, а сами не имеют опыта соприкосновения с этим продуктом. Я даже более скажу и добавлю, что я практически своими руками в свободное от организационной работы время что-то клепал, что-то подавал, что-то смотрел, что-то устанавливать помогал. То есть я полностью вник во весь процесс строительный ЛСТК. Я уже точно понял, что это можно ставить, это можно продавать. Но уже после того, как весь каркас был смонтирован, это в разы просто убеждение возросло. Как я люблю собирать такие отзывы. Смело, да, точно смело. То есть это очень высокое качество и изготовления. И благодаря всем деталям с заклепочками, сборки именно на заклепках, получается очень хорошая геометрия и жесткость. Узлы работают правильно, и все получается идеально. Ну, я скажу, я был удивлен, потому что так как ты, ну, не имел именно опыта сборки нашей конструкции, я тебя реально не получил ни одного вопроса по процессу сборки. То есть обычно хотя бы там 2-3-5 вопросов, что-то возникает, он спрашивает, ребята, вот здесь непонятно, ты вообще вопросы не задавал, ты мне прислал фотографию, он уже стоит. За 12 лет работы мы обросли коллективом высококвалифицированных специалистов. Благодаря этому не возникало никаких вопросов.
Да и, в принципе, данный каркас пригоден даже для самостоятельной сборки. Вот, да. Людей, которые не имеют навыков. Вот. Хотел спросить, вот как с языка снял, да. То есть, если человек не имеет навыков, ты также считаешь, что проблем собрать его самостоятельно нету? Ну, есть нюансы, но это все решаемо, в принципе, и дистанционно, и с помощью какого-то надзора, там, на день, на два буквально, чтобы объяснить что-то, показать. Все это возможно. Окей. Сегодня я знаю, что в пути находится уже пенобетонная установка. Да, наконец-то. Да. Ждем. Очень ждем. Были задержки определенные по срокам, тоже не можем это скрывать. И еще раз повторюсь, ребят, растем, стараемся. Где-то бывает задач столько, что где-то не успеваем, но мы стараемся работать над этими процессами. Установка A, там в комплекте уже полный комплект по шлангам, по оборудованию, по компрессору. И сама установка плюс с колесиками, как ты просил, чтобы она была мобильная и могла кататься. Значит, как только установка придет, мы закрепим технолога, который сможет проконсультировать и рассказать об особенностях процесса работы. Единственное, вот что я хотел узнать, какие вообще примерные сроки видишь завершения объекта? То есть примерно с каких числах думаешь, что уже можно будет этот проект показывать, ну как демонстрационный? Ну, может быть, не полностью там завершенный, но на каком-то этапе уже хотя бы стены залить. Вообще, какие планы? Как сам это видишь? У нас есть сентябрь, более того, нам сроки диктует уже и погода, так как в Тюмени все-таки уже начнутся и холода, и заморозки. Угу. Поэтому тепловой контур нужно будет закончить до конца сентября, теплый контур, запустить отопление и уже дальше заниматься и внутрянкой, внутренней отделкой, и также наружной отделкой фасада, цоколя и всего остального. В двух словах хотелось бы, конечно, рассказать нашим подписчикам по узлы и пироги, которые приняты непосредственно в твоем проекте. То есть это толщина стены 30 сантиметров пенобетон с внешним утеплением на каменной вате. Я не перепутал, Джейш, правильно говорю? Да, все верно. И штукатурка будет, да? Караед? Да, скорее всего, местами караед, местами планкен. То есть это уже немножко поиграем с дизайном. Крыша, соответственно, по-моему, металлочерепица, да? Или гибкая будет? Нет, мы изменили на ходу уже буквально проект и решили уложить гибкую черепицу. То есть основание уже готово. Тоже будем укладывать уже немножко попозже. Я все хотел спросить, а в Тюмени требования к стеклопакетам какое? То есть там двухкамерный стоит по умолчанию? Нет, будет устанавливаться профиль 70 мм толщиной, трехкамерное остекление, многофункциональные, да, и энергосберегающие. Более того, скажу, то есть это панорамные окна размером 2,5 на 2,5 метра. Еще раз размер можно, ребят, внимание, размер окна 2? 2,5 на 2,5 метра. Вот даже просто звучит горячо. Панорамные окна в Тюмени. Слышите, ребят, как звучит? Панорамные окна в Тюмени. Это важно. Да, и более того, дом будет отапливаться только полом с подводкой теплого пола под окна. Ну, газ есть, да? Все должно быть хорошо. Да, конечно, газ, электричество на данном объекте все имеется. Ну и, как мы ранее говорили, обязательно не забывать про систему вентиляции, хотя бы минимальную, чтобы она была всегда. Да. Да, то есть дом из ЛСТК – это не только каркас и пенобетон, это куча всего, всей инженерии и всех, скажем так, благ, технологий, которые позволяют обеспечивать комфорт в жилье и тепло. Ну что, мы можем, я так понимаю, уже в принципе наших подписчиков, ребят, которые заинтересованы ознакомиться с технологией, быть потенциальными заказчиками в строительстве, мы можем говорить, что ты оказываешь полный цикл спектра услуг по строительству на регионе Тюмень. То есть, если ребята обращаются просто с проектом, ну, скажем, даже если мы поможем разработать проектную документацию, то есть выполнить все работы под ключ, то есть начиная с фундамента, заканчивая внутренней, ну, причастовой отделкой. Про внутреннюю отделку там уже понятно, это отдельный разговор. То есть все эти работы можем на себя брать. Конечно, да. То есть некоторые работы мы выполняем с привлечением подрядчиков, что касается инженерных сетей, водоснабжения, электричества. Вот. Ну, на все остальные работы у нас есть специалисты. Ну и установка окон в том числе будет реализовываться именно специалистами. Соответственно, уже на этом этапе можно к тебе приезжать на стройку, обсуждать проекты, знакомиться. То есть мы, собственно, приглашаем подписчиков к тебе на площадку. Встречать, да, без проблем. У нас уже даже в процессе строительства сейчас есть три проекта,
один уже готовый, архитектура, и два в разработке. Люди, клиенты тоже приезжали, смотрели, знакомились, и на данном этапе уже разрабатываются проекты архитектуры, и будем дальше уже, надеюсь, строить по этой технологии. Так что приезжайте, покажем, познакомим, все расскажем. Я предлагаю объявить на канале, что мы планируем выпустить 3-4 серии в таком формате в скайпе, пока мы дистанционно общаемся, где в следующих, допустим, сериях мы могли бы с тобой обсудить более подробно, допустим, особенности там, теплотехнического расчета и вообще энергоэффективности домов в Тюмени, построенных по этой технологии, да, какие-то конструктивные узлы. То есть, ну, разобьем там на 3-4 серии, пока как раз ты будешь заливать там пенобетоном, то есть где-то что-то покажем. То есть, ну, чтобы и подписчики подписались и видели вот эти в 3-4 серии такой полный цикл, потому что здесь мы за эти 15 минут, ну, это просто нереально все рассказать. Поэтому, ребят, будут серии, они будут выделены отдельным цветом именно по стройке в Тюмени. Внизу по ссылочке под роликом я оставлю ссылку на инстаграм Сергея. Там уже есть контент. Я видел, да, выкладываются фотографии, процесс строительства. Да, контент пока такой немножко не тот, который будет. Ну, потому что на все это надо время. Подписчиков, да, подписчиков нет, да. Видеоматериал весь собирается. Мы уже сейчас, надеюсь, после данного видео у нас будет много подписчиков. И будем уже материал весь отработанный выкладывать в ролики. Будет интересно. И кроме того, будем дублировать с вами. Миллионы пока не хлынут, конечно. У нас их на канале сейчас около 16 тысяч, но растем. Людей, заинтересованных в технологии, все больше и больше, поэтому думаю, да, будут, пусть будет. Очень большой интерес, да, очень большой интерес. Сергей, ну, в принципе, вопросов нету, чтобы не затягивать видео. Возможно, я только хотел один вопрос задать. Он, наверное, многим тоже будет интересен. Как вообще видишь рынок ЛСТК-технологий именно в Тюмени, вот именно в этом регионе? Вот на твой взгляд. Насколько эта технология применима в вашем регионе? В каких сферах ее можно использовать? Это именно твое мнение, как строителя профессионального со стороны и с пользователя. Данная технология ничем не отличается от других технологий домостроения, частного домостроения. Просто в ней есть нюансы, которые нужно учитывать в холодном климате. Сейчас мы это все нюансы тоже вместе с вами. Спасибо вам за поддержку. Все это отрабатываем. Тюменский рынок очень насыщен, перенасыщен строительством по любым технологиям, поэтому одной технологии больше, одной меньше, почему нет? Если мы говорим не только про частное домостроение, а говорим о промышленных объектах, мансардах, пристройках. Это вообще очень интересная тема. Я даже не представляю, как можно реализовать какую-то мансарду на существующем здании, надстройку из других видов материала. Ну, можно, конечно, деревянным каркасником, но это же не то совершенно, это и вес больше, и все. Я к чему это говорю, чтобы аудитория понимала, что не только по вопросам строительства жилых домов можно к тебе обращаться, но также по вопросам строительства промышленных помещений, СТО, ангаров, мансард, вот этого всего спектра, по которому мы говорим, это твоя компетенция. Да, конечно, да. Все, что нельзя построить из ЛМК, из черных металлических конструкций, нужно строить из ЛСТК. Поговорка прям родилась. Да. Сергей, ну, как говорится, от лица подписчиков рад знакомству, мы-то с тобой уже знакомы. Вот, поэтому тебе желаю легкой стройки, ну и, как говорится, будем встречаться в следующих сериях. Да, давайте, будем записывать серии, я буду рад следующим встречам. Спасибо большое. Ребят, подписывайтесь на канал, впереди нас ждут многие интересные выпуски, я уверен, что вам эта информация будет полезна, даже если вы не являетесь профессиональным строительством. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Лазенко, это канал «Фабрика каркасов», до встречи на новых объектах.